Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 26 на странице 23. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса автора Маро. Коля собрал 100 желудей, Юра 60, а Дима 80 желудей. Сколько желудей получил каждый из трех поросят, если все желуди мальчики разделят между ними поровну? Давайте сначала узнаем, сколько всего... Да, запиши решение, составляя выражение. Давайте мы сначала узнаем, сколько всего желудей собрали мальчики. Для этого 100 прибавим 60 и прибавим 80. Первое действие берем скобки. 100 плюс 60 – 160, плюс 80 – 240. Каждый из трех поросят получит поровну. То есть разделим теперь 240 на 3. Получится 80 желудей. Пишем ответ. 80 желудей. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.